Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 28 апреля в Дангаринском районе посетил торговый кооператив «Рахмонджон» и сдал в эксплуатацию комплекс по выращиванию племенных животных. Торговый кооператив «Рахмонджон» создан в 2002 году в сельском Джамуати-Корес Дангаринского района, где выращивается более 1140 голов крупного рогатого скота различных пород. В 2022 году хозяйство получило 360 голов приплода, что больше, чем в предыдущие годы. Еще одним направлением торгового кооператива «Рахмонджон» является разведение мелкого скота. Для этого сейчас содержится 6 тысяч баранов, 1186 коз, а также 60 лошадей. Для обеспечения населения диетическими продуктами выращивается более 7500 кур, 1000 перепелов и 1000 куропаток. Ими в день производится около 8000 штук яиц. С целью развития сферы рыбоводства на землях хозяйства созданы 4 пруда, где разводится рыба. Холодильный склад внутри хозяйства рассчитан на 40 тонн продукции и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал важным деятельность руководства хозяйства по обеспечению населения района мясом и молоком, а также подчеркнул, что эта инициатива будет способствовать изобилию потребительского рынка.